Лихосовский. Тебе не интересно, не мешай. Пожалуйста, дальше. Как можно зарабатывать на Тильда, какие есть способы, и я вам расскажу об основных плюсах. Начнем с того, какие виды заработка есть на Тильда и что мы можем с вами делать, когда изучим Тильду, когда научимся на ней создавать сайты. В первую очередь это разработка лендинг-пейдж. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что на сегодня это самый распространенный вид сайтов, и его заказывают чаще всего, потому что через него легче всего рассказать о какой-то услуге, товаре, либо о каком-то мероприятии. Комплексное создание сайтов. Это могут быть многостраничные сайты, блоги, сайты-визитки, интернет-магазины, сайты-портфолио и другое. То есть здесь вы не ограничиваетесь исключительно одностраничниками, вы можете действительно оказывать комплексные услуги таким образом, что человек может прийти и практически с любой задачей вы справитесь. Можно создавать и продавать готовые шаблоны. То есть вы можете разработать с нуля какой-то шаблон под определенную тематику и продавать его для тех людей, кто не хочет много тратить денег на создание сайта с нуля, а может взять готовое решение и просто под себя его немножко видоизменить. На самом деле это очень классный способ, и во всем мире он пользуется очень большим спросом. Так почему же и нам тоже не воспользоваться такой же возможностью и не создавать сайты на Тильда в качестве шаблонов? Это реально будет работать. Верстка сайтов из Photoshop, Figma, Sketch и Adobe XD. К вам может прийти человек с такой задачей, что ему необходимо сверстать уже готовый дизайн. Тот дизайн, который у него изначально есть. И это может быть Photoshop, это может быть достаточно популярная сегодня Figma либо Adobe XD, а также это может быть программа Sketch, если у вас Mac. И вы спокойно сможете сверстать сайт, и вам не нужно будет, кстати, думать над какими-то дизайнерскими штучками. Вы просто берете и переносите все это дело в Тильду. Комплексное оказание услуг. Соответственно, вы здесь не только создаете сайты, но и настраиваете SEO для того, чтобы сайты легко и быстро находились в поисковых выдачах, а также можете настраивать различные виды рекламы, контекстной либо таргетированной рекламы. Таким образом, вы снимаете с вашего заказчика задачи по поиску клиентов, вы приводите ему этих самых клиентов. И на самом деле это действительно то, к чему следует стремиться. Не просто создавать сайты, а приводить клиентов вашему заказчику. Таким образом, вы будете зарабатывать больше, а клиент останется более довольным. А теперь я хочу вам рассказать о плюсах создания сайтов на заказ именно на Тильде. Во-первых, нам не нужна большая команда, и мы можем создавать сайты абсолютно в одиночку. Нам не нужны дизайнеры, нам не нужны тем более программисты. Мы можем все сделать с самого начала и с нуля именно в Тильде. И это реально круто. Производство дешевле. Деньги клиента, которые вам он заплатит, можно тратить на хороший контент, маркетинг, а также на ваше развитие. Соответственно, когда вы создаете сайты на Тильде, вы не тратите много денег на какие-то определенные технологии. Вы просто берете готовое решение, его видоизменяете, создаете действительно уникальный дизайн. Если вы хотите сделать по-настоящему уникальный сайт, то вы сможете создавать его с полного нуля, не используя шаблонные методы. И все это, опять же, благодаря Тильде. Фиксированная стоимость за работу. Затраты легко посчитать заранее. То есть вы сразу можете понимать, сколько времени, сколько сил вы потратите на ту или иную работу. Нет вирусов, устаревания софта, не нужно следить за новыми версиями. Тильда настолько обширно и настолько активно развивается, что нам абсолютно не нужно задумываться о том, есть ли вирусы на этой платформе, насколько у нас актуален софт и насколько нам нужно следить за новыми версиями. Все происходит автоматически. Обновление и улучшение происходит действительно без нашего ведома. И это очень удобно. Клиент легко разбирается с интерфейсом.
И нам не нужно дополнительно обучать пользоваться админкой сайта. То есть, когда вы создадите сайт на заказ, то вы спокойно просто отдаете его вашему заказчику, и у заказчика не будет никакого абсолютно труда и сложности с тем, чтобы освоиться с этой программой, с этим сервисом и редактировать сайт по своему усмотрению. Легко протестировать и быстро скорректировать. У нас есть большой шанс, что бизнес будет успешным. У вас есть большой шанс. А довольный клиент приведет всегда за собой других заказчиков. Самая лучшая реклама – это сарафанное радио. Если вы сделаете 1, 2, а может быть даже и 10 таких сайтов, от которых клиент будет в восторге, и у него будет много реально результата, то он всегда будет рекомендовать вас как очень классного и, самое главное, ответственного исполнителя. Нет технических ограничений, которые сдерживают рост проекта. На самом деле, если вдуматься, Tilda, она имеет встроенный функционал и имеет достаточно ограниченный функционал на первый взгляд. Но, если вдуматься, туда мы можем с вами импортировать абсолютно любые технологии, абсолютно любые разработки. Допустим, вы заказали у какого-то программиста, либо у какой-то компании определенный модуль, вы можете спокойно его также внедрить в Tilda. Создавать сайты могут люди из смежных профессий – маркетолог, графический дизайнер, иллюстратор, копирайтер, либо фотограф. Если вы относитесь к одной из этих категорий людей, то у вас не будет никаких сложностей и проблем с тем, чтобы создать сайты на Tilda. Да и вообще, в принципе, неважно, в какой вы профессии сейчас работаете, Tilda сможет освоить абсолютно любой человек. Sinna award to some archbishop. Been a school them from when me in a khaki shirt. Liverpool couldn't test the way me rise it up. Quick draw, him drop and can't get up. Him no fast enough for my problem that you never solve. Send for the damn race for a firestorm, 'cause I turn into a monster.